Я, кстати, do it today or maybe tomorrow. Класс. Да? Да, очень классно. Еще покажу, какие у нас надписи. Много чего у нас повторяется. Допустим, вот эти такое мы и на футболках делали, и на сучетах сейчас делали. Вот хочешь кофе, да, дайте кофе. Кофе, все это такие очень популярные. Да. Так дайте кофе, мне всегда мужчины, представь, несут кофе. Я сначала не понимаю, они говорят, так у вас на футболке написано. Не надо сыграть. Да-да-да, дайте мне еще какую-нибудь футболку такую, чтобы сразу, я не знаю. Чтобы сразу? Чтобы сразу все. Ой, все? Вот это. Да. Или вот love me, например, чтобы сразу все люби видеть. Меня, да? Да. Призываю. Да, 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 да. Вот видишь, что они у нас вышли в новых. Новая модель с серебром. Красиво, кстати. Хорошо смотрится, оно не яркое. Да, да. Очень да. Классно под пиджаки будет. Да, оно под юбки, под пиджаки, да, под все здорово очень. Здесь наши базовые костюмы, любимые, в разных цветах. Какой красивый, яркий. Вообще. Кстати, камера не передает тот цвет, вот, ну, прям насыщенный. Вот такой классный тоже цвет. Какой интересный. Давай подальше. Он как... Он такой вот молочный, знаешь, как топленое молоко. Да, да, он как-то нестандартный. Да. И что мне в них нравится, то что нет вот этих всяких... Ничего лишнего, да, правда? Да, вот просто вот, вот сзади угу. Все. Класс. Угу. Тоже очень популярный цвет, серый гри. Да, называется. Это у нас такие лыжные, мы называем их зимние варианты. Очень теплый и уютный свитшот. Угу. Из флиса. Он такой приятный стиль, его снимать не хочется. Кто вот на лыжи едет, можно взять себе два. Допустим, свитшоты разных цветов. Красный тоже красивый. А мне вот этот цвет нравится. Молочный. Да, но он такой маркий, но он такой яркий. Он такой горчицу напоминает. Угу. Горчичный. Видишь, такой и вечерний вариант. Они просто бомба. Они... Нет, серьезно, это и просто... вечерние, знаешь, и повседневные, и в офисах можно одевать, и нарядные. Вискоза, но очень качественная. Я на тебе просто увидела. Да, классная, померяешь. Вот, потом сейчас можно очень платье-халаты, смотри. Тоже весной будет очень-очень в тренде эта вся штука, под кеды, под... кроссовки можно, под каблуки. Материал опять же какой? Таки хлопок, это итальянский хлопок. Ой, он какой мягенький, а смотрится как будто бы, mm-hmm. знаешь, такой более жесткий. Очень приятный к телу. Ты же померяешь и расскажешь. Рубашки у нас есть всевозможные, короткие, длинные тоже. Мы стараемся, чтобы можно было одеться, знаешь, и в офис, и потом можно пойти с девчонкой куда-то погулять. Вот так тоже померяешь, как халат. Ну, со скидкой вижу. Да, но сейчас со скидкой уже. Причем с хорошей. А ну. Смотри. Было 5800, а сейчас тут ценник 4640, но оно еще сейчас дешевле. 3990 оно стоит сейчас. Классно. Цена очень хорошая. Есть в разных цветах. Черная, серая и молочная. Молочная. Тоже очень классная. Всякий цвет красивый. Мне такое нравится. Вот действительно как халат. Это новая коллекция у нас. Очень часто девчонки спрашивали какой-нибудь свитшот, платье-свитшот без принта. У нас обычно они с принтами, вот ты видела, с квадратами. А это мы сделали такой же, только вот вообще совершенно простой, универсальный, базовый свитшот-платье. И вот без принта еще есть такие вообще совсем оверсайз, видишь? Это вот я рассказывала о них. Такие не классные. Классные, на любую фигуру тоже он садится. И без них. И самое интересное, вот его можно действительно под любую обувь. Mm-hmm. Вот я люблю такие вещи. Да. А его цвет тоже. Цвет изумрудный, красивый. Недавно вот мы выпустили прям целую линию для мужчин, для наших любимых, которые тоже очень любят наш бренд. Если начинают носить, то уже и продолжают и носят. Вот. И у нас тут тоже разнообразные. Некогда объяснять. О. Я сразу думаю, знаешь о чем? Да. О глупостях.
Тебе не сомневалась. Опять же такие, дайте кофе есть. Надо Димке такую, два дурачка такие, дайте кофе. Ходить по городу, дайте кофе. Вот, сейчас ты вообще скажешь. Ого. Тебе вот это ни на что не наводит? Вот это мне, это надо это моему мужу. Я буду говорить, у тебя в футболке написано «хочу еще», давай. Есть у нас еще, это у нас... Family look. Family look, да, это у нас скидки. А у вас, по-моему, детское еще было. Вот, смотри, вот детские костюмчики. Прелесть какая, смотри, цвета. Ми-ми-ми. Ми-ми-мишные, да. И вот такие футболочки детские. Кстати, для подарков очень круто. Та-дам! Как вам? Красный. Это демисезонный, да? Да. Это демисезонный. У меня, кстати, летний, вы видели, он такого цвета кораллового. Вот. Меня тянет на яркие цвета. Ну, тебе еще... идет. Да, сейчас ты посмотришь, какой на тебе будет красивый бледный цвет. Все, я пошла бледным мерить. Давай. Знаешь ощущение какое? Хочется в горы. Он настолько теплый, мягкий, да, уютный, что хочется в горы к камину и к красному вину. Тебе хорошо. Ну, он такой теплый, такой да. Классный, и сразу представила... Тебе, кстати, в этом цвете вообще просто супер. А потому что цвет очень классный. Он, это вот изумрудный цвет, он, мне кажется, всем подходит. Ну, почти всем. Думаю, не хватает, знаешь, а тут есть, оказывается. Мы знали, Анют. Кстати, его можно носить под пояс, под широкий. И если одеться темными колготками, допустим, и с ботинками грубыми, то будет вообще нереально. Или с сапогами. Тебе очень хорошо. Мне правда, мне нравится. Ну даже так неплохо, в принципе, ты знаешь. С черными колготками вообще будет. Да, с черными будет классно. Так что, девочки, не знаете, что одеть? Приезжайте сюда. Вас тут оденут. У меня же глаза размыкаются. Я просто думаю, что мне надеть в самолет. И вот придумываю здесь. Ну явно не каблуки. Понятно. Едь домой учись, поправляйся, дорогая. Да, у меня знаешь, сколько еще дел? Там буду поправляться. Герой ты наш. Да. Да, он правда как пижамка. Да, он как пижама, но он все равно прикольный. Тебе очень хорошо в этом. У меня пальто, вот это вот одеяло, знаешь, меня тянет на какие-то постельные какие-то цвета, постельные модели. Это сейчас очень модно. Модели. И теперь, знаешь, костюм. Костюм пижама. Слушай, ну он прикольный, действительно. Девушка была права. Мне понравился. Я темненько, светленький. Я поеду в нем. Да, это хорошая мысль. Он тем более создан идеально для перелетов. Под белые кеды, розовая моя сумка, чтобы было туда все запихнуть. Вот, и я возьму еще кардиган. И будет вообще класс. Да, супер. Ой, мне карманы нравятся, мне нравится, как он к телу вообще. Ах, супер, мой выбор. А вы напишите мне в комментарии обязательно, что понравилось вам из того, что вы увидели на мне и то, что вы были, то, что я показывала в магазине. Очень интересно, любопытно, какие вкусы у вас. Вот.